Мимы, золотая рыбка, красота спасет мир. Юные киноакадемики представили на суд экспертов 13 киноидей. На летней детской киноакадемии питчинг. Молодые кинематографисты ждут оценки профессионалов и набирают команду. В течение 5 минут они должны успеть рассказать свою задумку, заинтересовать соискателей и ответить на вопросы. В жюри вместе с педагогами киноакадемии известный российский актер Андрей Мерзликин. Гость советует киноакадемикам, как сделать фильмы интересней. Мы берем некую кальку с других фильмов и пытаемся адаптировать и быть оригинальным. А мне кажется, оригинальным не нужно быть. Нужно исходить от себя лично и от тех возможностей, которые у нас есть на сегодняшний день. Разнообразие сюжетов и жанров. Каждой съемочной группе интересно что-то свое. Взаимоотношения с родителями или проблемы экологии, немое кино или хоррор. Одна из популярных тем для молодежного кино – юношеские комплексы. Превращение героини из гусеницы в бабочку на экране вселяет уверенность в себе зрительницам из реальной жизни. Анастасия Клинова и Ксения Уркаева давно избавились от детских переживаний и хотят своим фильмом помочь другим девчонкам поверить в себя. Я просто взяла историю жизни. Я была не очень уверена в себе какое-то время, а потом нашла себе силы не просто взяться за спорт и там, диеты, просто посмотреть на себя по-другому. Я бы хотела сделать этот фильм максимально эмоциональным, чтобы даже люди, которым не близка эта идея, могли прочувствовать его и посочувствовать главной героине. Представитель съемочной группы киноленты «Мимы» Даниил считает работу в жанре немого кино весьма интересной. Он даже готов сменить привычные театральные подмостки на должность продюсера картины. Мы посидели, поговорили, решили, что это очень хорошая концепция кино, это новое, это немое новое кино, это очень круто и классно. Некоторые команды уже готовы приступить к съемкам, другие только ищут единомышленников. Питчинг позволит им пополнить ряды своей съемочной группы и получить поддержку со стороны преподавателей.